Я знаю, что один из самых, кстати, распространенных вопросов, который через всю жизнь проходил вашу, так же, как и у Антона Табакова, это по поводу родителя. А вот мне хотелось бы по поводу сына. Вас сравнивают с Никитой? То, что с отцом сравнивали? Ну, там есть еще Николай и Борис, есть еще Анна Мария, Вера и Надежда. Да, но вы на Никиту, вы просто молодой Никита, это просто молодой Миша Ефремов. Нет, помню, молодой Никита, молодой смотрели... Олег Ефремов. Похож на Олега Ефремова больше, чем я. Я больше похож на дедушку, да, на Николая Ивановича. На которого? На Николая Ивановича. Ага, понятно. А Николай похож на меня и на Женю Добровольского. Угу. А Борис похож на меня и на мою... Это кто все жену, вот которая это всегда, все моя жена, которая всегда и во всем права, Соня Кругликова. Вот Борис похож на меня.